лекцию «Как заниматься тайди». Вопрос о том, как заниматься тайди, он относится вообще к идее или идеологии, как заниматься, неважно чем. И лучше, наверное, начать с наблюдения, как люди занимаются тайди. То есть с позиции опыта наблюдения, как люди занимаются тайди, собственно, мы попытаемся на этот вопрос порассуждать. Конечно, самый опасный момент, когда человек начинает. В этот момент в человеке встречаются две идеи. Первое, он смотрит на занятие так, как он приучен смотреть на любое занятие. А второе, зависит от степени его эрекции. То есть, как его возбуждает название, как его возбуждает движение, как его возбуждает тот, кто обучает, как его возбуждают те, кто уже возбужден предыдущими пунктами. То есть, а отсутствует реально понимание. То есть присутствуют либо наработанные функции восприятия, либо реакции. И чем дальше человек находится в этом пребывании, тем он дальше уходит от понимания, собственно говоря, что такое тайди. Если в древнее время, так скажем, ну, древнее время, даже еще лет 25-30 назад, существовали традиционные способы обучения, когда кто-то тотально контролировал все эти отвлечения у занимающихся, сегодня, можно сказать, их практически нет. И чем больше мы занимаемся вне контроля, тем больше мы приучены заниматься вне контроля. Да. То есть тайди, да, то есть это система. Конечно, вопрос, что человек видит в тайди, для чего он занимается, в конечном счете, прежде чем определять задачи. Тайди – это не есть форма. Тайди – это принципы и законы. Но также обучение тайди имеет свои законы и формы, формулы. То есть тайди – это как конструктор. Если мы не научимся его собирать, мы не можем дальше, собственно, использовать вот это собранное. Тайди начинается, когда мы собрали тело, а наше тело стало уникальным, единым. До этого мы лишь пытаемся познавать тайди. Мы можем выдумывать все, что угодно. Боевое искусство, гимнастика, медитация, алхимия или еще чего-то называют тайди. Но пока мы не собрали единое тело, никак не имеет значения, что мы придали в своем понимании этому искусству. Ну и возникает вопрос, ну хорошо, а как нужно заниматься тайди? Первое, мы должны понять, что это сложная система. А если это сложная система, к ней надо подходить системно. То есть в этой системе встречаются движение и покой. Это базовое понятие, и оно очень сложное, которое понимается как открытие и закрытие в один момент. Если человеку сказать, нужно научиться открывать и закрывать в один момент, для него будет
это некий лозунг. А в реальности это что? Это значит, в нашем теле, с одной стороны, созданы условия единой циркуляции энергии, и с другой стороны, нашим сознанием созданы условия фиксации этой энергии в нашем теле. Тайзи – это внутренний менеджмент. Многие люди говорят, тайзи – это внутреннее боевое искусство или внутренняя практика. Но это опять-таки слоган. От того, что мы говорим тайзи – внутреннее искусство, оно от этого внутренним искусством не становится. Для меня в основном люди занимаются тайзи, они просто тратят свое время. Нет, конечно, можешь сказать, я не трачу свое время, я мог сделать что-то хуже. Но это другая концепция развития. Да, сегодня такая концепция в развитии. Человек, занимаясь чем-то, может говорить, что я занимаюсь этим, потому что в любом другом случае я сделал что-то хуже. А наша задача, да, собственно говоря, рассуждать на эту тему. Да, конечно же, здесь советы, ну, наверное, сегодня уже и не помогут. Первое. Да, когда мы начинаем заниматься тайзи, мы погружаемся в некое пространство. Как правило, это какая-то группа, где человек начинает изучать какие-то движения. И мы хотим повторять движение за кем-то. То есть это классическая форма, как и традиционно обучали китайцы. Сначала научись повторять, а потом посмотрим, что ты там делаешь. И это хорошо, потому что мы знаем, что в один день учитель повернется и скажет, ну ты что-то не то делаешь. Но дело в том, что сегодня нету того, кто повернется. Потому что большинство, кто поворачивается сегодня, они только и умеют, что поворачиваться. Да, то есть ведь даже учась повторять что-то, мы должны знать правила. Основное правило – это основа, то есть на что мы опираемся. Да, то есть ведь вопрос не какое мы движение делаем, а как мы контролируем свою опору. Но контролировать опору – это не просто поставить стопы и разместить условно правильный вес. Это простроить структуру тела. Если мы не чувствуем основу, опору, мы не можем вообще движение сделать. Поэтому люди не чувствуют опору, не чувствуют ног, начинают руками повторять, делая самую большую ошибку. Тайзи руки двигают поясница. Любое движение руками без поясницы – это развитие неправильного движения. И тут возникает вопрос, что руками вообще двигать не надо? Да, ты не можешь двигать. Ты можешь перенести руку из одного, неправильно перенести руку из одного положения в другое, чтобы зафиксировать ее для простройки структуры. То есть вы делаете движение, все это неправильно. То есть если же вы переносите движение одно, второе, третье, везде вы работаете с конструкцией. Почему? Порке? Вай? Потому что вы не использовали поясницу. А значит, вы не создали условия движения энергии в руку.
А что же вы выращиваете рукой, если вы даже энергию не довели туда? Поэтому, когда человек смотрит на другого, тот делает тайзи, говорит, это для старого человека. Он еле двигается. То есть человек далек вообще в понимании. А человек работает над опорой, конструкцией и сознанием. Вот и получается, что люди занимаются тайзи, даже не развивают мозг. А это значит, они никогда не углубятся внутрь себя. То есть мы имеем 5 углублений, но мы не можем применить зачастую даже второй уровень, так как у нас слабое сознание. То есть первое мы понимаем, да, пространство, мы должны погрузить себя в пространство тайзи. И понимать, что построение идет у нас снизу вверх. В противном случае мы будем использовать части движений, которые будут мешать нашему телу. Следующий важный подход, так скажем, к изучению тайзи, это наши блокировки. Ну, здесь блоки могут быть разные, связанные с телом, связанные с сознанием, связанные с энергией, с телом, допустим, сухожилия, с энергией, энергия не движется нормально, ну и сознание не имеет должной фокусировки. Или нарушение в костях. Но что самое сложное? Мы имеем проблему в теле, но мы ее не чувствуем. Мы имеем проблему в энергии, мы ее не чувствуем. Ну и самое, мы имеем проблему с мозгом, и мы не чувствуем. То есть тайзи начинается, когда мы начинаем чувствовать блоки в теле, в энергии и в сознании. Если мы считаем, что у нас все нормально, мы ничего не чувствуем, и нас ничего не мешает, то мы, собственно говоря, ограничены тем пределом, к которому мы привыкли. И рано или поздно в этом убедится каждый. Если вы вдруг умрете, значит, все-таки блок был. Если не умрете, нет было блока. Вот. Так что вопрос лишь в глубине блоков и как они мешают нам в развитии. По наблюдениям, как я вижу, люди в основном одни и те же ошибки постоянно повторяют вне зависимости, сколько лет занимаются. Или больше, или меньше. Но это, собственно говоря, вопрос, собственно говоря, для чего нам заниматься. То есть, мое понимание тайзи, для чего надо заниматься, это искусство работать над внутренней пропорцией. Это как делать огранку кристалла. Вот. Ну, собственно, вот эти три основы. Одно – отношение, второе – пространство и третье – блокировки должны быть изначальными, когда мы увлекаем себя в развитии. То есть пока не будет создан как что-то подобие сферы внутренней, нечего катить. Так что, разобравшись с этими тремя вещами,
мы потом уже сталкиваемся с другими тремя вещами. Ось, пропорция и концентрация. Разобравшись с этими тремя, мы сталкиваемся с другими тремя. Собственно, которые характеризуют внутреннюю работу. Это Real Power. То есть три эти вещи – это внутренняя сила, это наше восприятие иное, и дальше наша внутренняя коммуникация и внешняя коммуникация. После этого подготовка заканчивается.